Они хотят конкретных решений и человека, который бы в стране отвечал за все. А если мы еще 30 лет будем прятаться за какими-то шторами, что вот они, мы и так далее. Есть человек, который... Почему Майя Санду сегодня... То, что ей нравится, она говорит, что это она. То, что ей не нравится, она говорит, нет, это компетенция правительства, это компетенция парламента, вы спросите у них. Анатолий, нужно перестать прятаться, нужно быть ответственным перед гражданами нашей страны, и нужно выйти четко и признать, что все, что было сделано за 30 чем-то лет нашей независимости, это привело к чему? Что у нас уничтожено, назовите мне министерство, отрасль, неважно, сельское хозяйство, не решили элементарно вопрос ирригации, система образования подбита, районы и больницы, их количество, большая часть из них похожа на конюшни. Про инфраструктуру я молчу, Анатолий. У нас нынешняя, то есть люди хотят... Леонид Георгиевич, и решение всего этого президентская республика? Да. Сильная рука? Президент? Да. Один человек, который отвечает за все. Меня не интересует диктатура личности. Меня интересует диктатура инфраструктуры, Анатолий. Скажите, какой образец, какая страна для вас в этом смысле является примером? Самой хорошей. Самым хорошим примером. Да. Страной, с которой можно больше всего примера взять, это Ли Куан Ю, Сингапур. Там 70% того, что было сделано им, когда за 35 лет из колонии страна, в которой не было даже питьевой воды, они ее импортировали. Но они начали с борьбы с коррупцией. Совершенно верно, Анатолий. Но у нас борьба с коррупцией идет по телевизору, либо поймали одного врача, одного учителя там за 100 лет. Но это другой менталитет, другие люди. А что нам, сдаться в плен сегодня? Другое все. Или слушать юнионистов, которые говорят, нет, давай объединимся с Румынией, решатся все проблемы. Нет. Анатолий, да. Это как и вступление в Евросоюз. Вы поймите, сегодня, если внешние партнеры увидят, что у нас есть какие-то реальные реформы проведены, особенно в юстиции, где у нас сегодня самая большая штанга, нужно признаться. И так говорят внешние партнеры, это не я вам говорю. Значит, ждать 2030 год, люди хотят завтра изменений, они устали. Как? А каждая партия приходит, говорит, 2030, программа 2040. Как вы видите президентскую республику? Люди хотят завтра. Вы понимаете, что для того, это чисто популистское, вы извините, это чисто популистское предложение, чтобы идти на выборы, да? Анатолий, для президентской республики нужно пересмотреть всю систему государственного управления. Нужно принять новую конституцию, новый закон о правительстве, порядок формирования правительства, разграничение полномочий и все остальное. Остальное. Информация, которую вы сейчас озвучиваете, осталась у вас с тех пор, как вы работали помощником Петра Кирилловича. Мир меняется. Это уйдет. Системы и возможности тоже. Анатолий, подождите. Это же моя инициатива, не ваша. Разрешите мне, пожалуйста, провести до конца всю подготовительную работу. И в начале кампании выйти и отстоять каждый пункт и каждого предложения из того, что связано с диктатурой порядка в интересах страны и диктатурой ответственности перед гражданами. Плюс, на вот вас люди смотрят в прямом эфире. Те, кто в социальных сетях, я не знаю, кто смотрит на сайте ТВ8, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы за колхозную парламентскую форму правления бездельников и 101 человека? Или вы за президентскую республику? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Ведь меня люди подвели к этому решению. Это не я сидел и думал. Я понимаю, что люди хотят, но люди не до конца осознают, что на то, что вы предлагаете, уйдут не месяцы, а годы. Анатолий, десятилетия. На то, что я предлагаю, на то, что вы предлагаете, у вас на вашем телеканале начнутся реальные новости после недели моей работы. Анатолий, да. Дайте, Анатолий, если народ мне доверит руль, послушайте, Анатолий, вы даже не понимаете, что начнется. Рядом, не важно, чтобы люди понимали. Давайте.